Вы не обращали внимания? Все больше и больше телок в интернете фотографируются вот так вот. Вот так вот. Я совершенно не понимаю, нахера вот так вот делать язык? Это что, круто? В это время у них на ебале отражается счастье, интрига и флирт. Но мне это совершенно непонятно, потому что у меня всегда стойкое ощущение, что у человека, который это делает, во рту стоматит. Знаете, что такое стоматит? Это болячка из-за того, что там грязно. Стоматит — это способ рта сказать тебе: «Эй, что-то уж очень тут, блядь, грязно!» И когда у тебя стоматит, ты не можешь уже пихать в рот все, что захочешь. Подбирай и хватай это все, что угодно, откуда-нибудь. У тебя там болячка, тебе больно, и ты ходишь вот так вот. Поэтому, когда я вижу очередную телку, которая фоткается вот так, мне кажется, что у нее во рту огромная, блядь, болячка, которая не дает ей, блядь, засунуть язык обратно в рту. В ртот. Там нет места, потому что опухоль такая огромная, потому что настолько всего грязного напихала себе в рот. Девчонки, почему бы не фотографироваться, например, вот так? Ну или просто мило и очень обаятельно. Ну или вот так вот. Ну или вот так вот. Но это уже видео, но тоже будет всем очень приятно. Особенно вашим друзьям. И особенно если у вас красивые сиськи. Ведь сиськи — это, наверное, самое прекрасное, что есть в этом мире. Про что я говорил? Сиськи. Да нет, не сиськи, что-то. А, стоматит! Но мы не должны просто оскорблять и гнобить людей. Правильно, мы должны помогать им. Друзья, если вы видите, что кто-то в вашей френд-ленте выложил фотографию, то сообщите ей, или, что будет еще более страшно, ему. Ну просто когда парень фоткается, это совсем пиздец. Что у него, вероятно, стоматит, который может привести к очень серьезным заболеваниям десен, зубов и вообще полости рта. И скажите ему: вместо того, чтобы фотки выкладывать, иди шалфеем рот полощи. Мафия ножничная, блядь. Он посмотрит сообщение и скажет: «Ой, а я и не знал, что это за болячка у меня во рту. Пойду полоскать рот, буду клёвым и буду фотографироваться». Если это пишет тёлка. Вот так! Рок-н-ролл! Онлайн-магазин лицензионных ключей активации steampay.com.